Так, сейчас вывариваю голову лося, того, которого я добыл, 3 на 2, вот в такой бочке. Бочку тоже достал. Благодарность Сане, как говорится, выделил одну бочку. И вот еще одна тут бочка есть, наполовину распилили. И, в принципе, можно вываривать теперь головы лосиные, либо еще оленя можно будет выварить. Ну, там посмотрим, как у нас уже на охоте получится. Ну так, обложил вокруг шифер, ну, чтобы не заскочила искра, мало ли, не сгорел этот сарай. Сверху тоже так накрыл такой пластиной железа, скажем, чтобы лучше грелась, как крышка. Вот. Добытый мною трофей 3 на 2. Вот такой выварил вместе с черепом. Ну, думаю, что надо оставить полностью всю голову. Конечно, можно обрезать здесь маленько по глазу, как я увидел, на нашем охотничьем доме есть. Так можно оставить. Ну так, в принципе, полностью будет смотреться довольно так прикольнее. Да, на стенку потом повешу. Еще надо будет отбелить череп. А сейчас мне надо. Вот, мы так хорошо. Сейчас как череп отмою, принесу еще, тоже надо будет другой череп отмыть. Все, лоси слезали, солонец. Сейчас там принес зерна и картошки. Сейчас буду ставить солонец вот этот вот сюда. Слалось такое, как варил, когда шкуру снимал с головы, такое видно, что кровь маленько такая есть. Ну так маленько его отмыл. Тоже купил перекись водорода 3%. Потом такие есть еще, ну, как, не знаю, как вата какая-то, подобие чего-то такого. Вот сюда же написано. И еще бинта тоже набрал. Ну, сейчас так буду смачивать, обложу, замотаю бинтом. И посмотрим, отбелится, не отбелится череп. Ну вот как-то вот так пока место это дело выглядит. Ну вот здесь высыпал зерна немножко. Тут нашел соль, валялась. Ну, зерно, картошка. Здесь и здесь так. Кабан придет с косулями, зайцами, с лосями. Вот так будет тут. Ходят, лежат, как говорится. Ну вот, сейчас пойду дальше по своим делам. Все принес, подкормил, и можно идти дальше. Итак, в общем, вот прошло 3 суток, как его отбеливал череп лося. По количеству перекиси у меня получилось 8 бутылочек по 100 грамм. Вот так каждый день поливал то, что в тазик там собиралось. Вот еще маленько есть. Ну, уже, в принципе, вата впиталась. Сейчас буду вторую голову тоже обматывать. И тоже буду так чуть побелее делать. Ну, чтобы почище смотрелось. На стенке довольно будет выглядеть, ну, достойно.
я скажу, это мой второй такой трофей, который добыл в 2023 году. Такой довольно прикольный. На стенку повешу. Вот нормально. Думаю, может еще наверх пройти, покрасить, может быть, лаком. Тонкий слой сделать. Так-то в целом, в принципе, выглядит неплохо, я скажу. Как бы. Ну, прикольно все равно получилось. Можно так оставлять. Ну, с черепом довольно красиво смотрится. А если так вот делать, обрезать. Ну, и тут за этой частью, где содержится там лосиный компьютер, как скажем, как говорится. Ну, думаю, так на стенку повешу. Будет смотреться интересно так. Впечатляюще. Как для второго трофея. Отлично. Потом на стенку повешу. Посмотрим, как там, что будет выглядеть. Тоже еще надо отбелить. У меня тоже есть козлиные черепа. Ну, два черепа, наверное, есть тоже. Тоже хочу отбелить и буду так на стенку вешать. Ну, там больше получается отцовские трофеи. Добытые. Ну, тоже там есть такие интересные, красивые рога тоже. Наверное, парочку, наверное, есть. Вот я буду сейчас вешать свои рога на стенку. Ну, добытые. Так, вот сейчас буду обматывать ватой. Вот этот мой первый трофей добытый, тоже в 2023 году. Такой тоже своеобразный, такой интересный трофей, скажем. Тоже вот так он выглядит после варки. Тоже 3х2. Тоже сейчас буду обматывать. И посмотрим, что получится. Не знаю, может потом еще рога отбелить, попробовать. Тоже будет так смотреться на стенке довольно интересно. Белый такой. Также сам обмотал. Сейчас будем поливать перекисью 3-процентовой. И будем смотреть через сутки, посмотрю через 2, через 3, посмотрим, что получится. Сейчас отправляюсь в ванную и буду поливать. В принципе, обмотал так. Пойдет, как говорится, пока место. Сейчас берем перекись. 3%. Так, поливаю. Сейчас 300 грамм так полью, чтобы обтекаться, потом еще добавлю. Посмотрим, посмотрим, что получится. Так, по всему черепу прохожу. Сейчас тут, в принципе, другую перекись использовал, в другом месте купил. Смотрим, как это будет отбеливать. Ну вот, в моей камере пришел конец. На какое-то определенное время перестала, в общем, у меня снимать.
Ну, как бы она снимала, пропал звук, тоже сдал в мастерскую. И, в общем, надо менять новую запчасть. Как бы вот здесь получается все рабочее. А вот в этой части микрофону, в общем, хана. Надо вот менять вот эту новую часть, собирать обратно, и тогда уже будет работать обратно моя камера GoPro 8. Здесь у нас в Латвии запчасть такую не достать. Смотрел и не нашел. Когда буду уже в Лондоне, тогда уже надо будет заказать такую запчасть. И уже соберу новую камеру, будет, в принципе, опять новая. В принципе, смотрел, она как бы недорого стоит, там в районе 80 фунтов, что-то такое. Пока вот как-то вот так. Надо новую камеру мне. Так отбелился череп этого лося. Вот и значительно побелее получился. Ну, потому что был выварен чуть получше. Все равно вот как этот, который первый так отмакивал перекиси, ну, стал такой же побелее. Побелел маленько, осталось тут возле лба только. Вот этот высохнет тоже, будет получше уже выглядеть. Не знаю, этот еще денек постоит, и тогда, ну, пройду, помою я его еще маленько. Обсушить надо будет. А так, в принципе, выглядит довольно прикольно, я скажу. Что, Артём, ходишь? Сейчас будешь? Будешь, не? Давай. Дарья. Сейчас мне что-то хотела подарить. Женя, на тебе подарок Нового года. Да. Нового года. Спасибо. Презентес. Что это? Не знаю, смотри. О, камера. Спасибо. Угу. Спасибо. Смотри, что там есть. Ну вот все, повесил я свои трофеи на стенку. Вот так, в принципе, выглядит довольно неплохо, скажем. Ну тут есть козлиные рога и внутри сука лосины, и еще на два сука тоже лосины. Ну такие довольно интересные. Осталось мне еще маленько отбелить козлиные. Там два черепа, три получается, и пару-тройню рогов тоже надо будет. Или бы здесь так на стенке повесить. Ну, так, буду сюда, на эту стенку, вешать рога. Также есть у меня еще череп бобра тоже. Куда-нибудь приместерить сюда надо будет. Также есть щука пойманная там на 4,5 килограмма, что-то такое, ну, вроде бы было. Тоже куда-нибудь так буду вешать свои трофеи на стену. Ну так, в принципе, выглядит довольно интересно, я скажу. Ну и держаться тоже будет хорошо.
Ну вот, пока мест как-то вот так. Посмотрим, что там будет дальше. А так, отправляемся, как говорится, дальше за трофеями. Ну вот, такая стена у меня на данный момент пока мест. Вот столько есть трофеев. Ну, правда, здесь мои не все трофеи, только повесил череп лося одного другого. А там уже отцовские рога тоже, которые он был добывший. Там рога я купил, тоже на 3 сука. И вот это тоже на 2 сука тоже приобрел там у людей. Вот, тоже есть небольшой такой рог у меня тоже. Наверное, оленей. Вот такой тоже довольно, в принципе, интересный. Ну, тоже надо будет сделать какой-нибудь медальон. И тоже куда-нибудь на стенку прикрутить. Ну, этот рог я, когда был в Финляндии, нашел там такой рог. Какой-то олень маленький. Или лань какая-то. Скорее всего, лань, наверное. Тоже куда-нибудь, не знаю, примастеру, приделаю, чтобы так смотрелось интересно. Куда-нибудь можно будет. Его тоже надо будет отмыть. Думаю, может, его морилкой покрыть так, чтобы такой был более темный цвет. Так-то тоже интересный такой рог. Мне кажется, наверное, скорее всего, это лань. Как-то вот так. Ну, естественно, этот рог лосиный, где я еще тоже нашел на коллективной охоте. Ну, тоже куда-нибудь поставлю. Поставлю, повешу тоже на стенку. Будет довольно интересно смотреться. Так, можно будет накрутить, тоже его надо будет отмыть, тоже, может, покрашу его морилкой. Вот как-то вот так. Может, сделаю в одну линию, так, поверху. Понизу так доделаю, ну, в принципе, будет нормально. Сейчас кровать можно обратно подвигать. И тут можно будет сидеть, чистить ружья, как говорится. Ну так, поглядел, потом можно идти спать. Все равно интересно получилось. Может быть, конечно, там небольшие такие рога, такие отростки, но все равно выглядит впечатляюще. Интересно все равно. Так что вот так. За столом, в принципе, будет тоже смотреться прикольно возле компьютера. Ну, тоже такой рог интересный, впечатляющий. А может, повешу сюда на стенку. Тоже будет довольно интересно смотреться. Ну, хоть не мой добытый этот лось, но рог у меня есть. Купил, конечно, но интересно. Так буду на стенку ставить, вешать и делать такой небольшой музей
охотничьей комнаты. Также лису на стенку повешу шкуру. Так. Будет вообще прикольно смотреться. И когда так сидишь, чистишь оружие или просто побыть здесь, ну так хочется. Как бы от каждой части, допустим, как я охотой занимаюсь, ну так занимаюсь, в свободное время, когда оно у меня есть. И когда просто так заходишь в комнату, ну, есть какие-то воспоминания о каком-то определенном времени, скажем. Ну, вот как-то вот так. 2024 год начинается. И у меня вот такие есть купленные рога. Ну, интересные. Так что так. Как говорится, до новой встречи и всего хорошего.